кровать, нихуя себе. Чем тебе диван не устраивал? Да, я его продал на Авито. Ты его либо это самое обосрал, или там это жучки завелись. Мандалошки. Ты на всяких ляр водил. И все пиздец. Так, а, бля, не вариант, все надо подавать. Тут-то ты лысый ходишь. Как удобно, если ты смотри. И Дима, походу, тоже. Не, ну у Димы борода там вообще в пол лица. Так что Дима не вариант, а вот Артём. Ты видел последние Димины фотки? Вообще на бомжа похож. Я ему говорю, завяжи это в косичке будешь, это викингом брутальным. Так, а я викинг. А тут от третьего лица можно бегать, да? Когда используешь хуйню, да. Ультуешь. Я, короче, в городе появился. Тут. Лютую, сегодня я лютую. Я посмотрел заставку Destiny 2, это я уже все прошел. Последний все. Город. Прошел игру, блядь. А, я сейчас еще ползти буду, да? Да, по трупам. Во, вот Тёма прошел, он специально локации уже. Слушай, короче, напиши разработчику, я прошел вашу ебаную игру. Да, она не стоит своих денег. Да, когда не стоит даже ничего. Это прикинь, Дима, последняя миссия в игре, в этом самом Fallout, это вот взорвать ядерную бомбу, да, типа ты проходишь. И чуваки за бета-тест успели взорвать ее. Это прикинь, насколько она короткая. Ну, да, как бы, а чё нет-то? Я охуею. Не, на самом деле, то, что НПС нет, это хуёво. Мне так не нравится. Да я думаю, добавят какой-нибудь минимум. А куда идти, я что-то не понял. Ну, знаешь, там сначала будет нихуя, а потом начнется выбрасывать NPC-шками, там же ну как? Да, вот поэтому я говорю, сейчас смысла покупать ее нету, может потом она по распродаже будет продаваться, ее купить. И там, соответственно, это самый контент завезут, плюс баги все похерят. И тогда да, можно будет купить ее и чисто лутаться там бегать. Так-то чисто полутаться она прикольная. Мне тоже понравилось, ну, бегать, лутаться там. Я первых взял, у меня патронов стало дохуя на все пушки. Бля, куда идти? А главное, какой прогресс принесут из бета-теста. Да то там, есть, да там уже кстати, будет заново. Учитывая, что пройти. Прогресс принесут вот те ребята 50-го, блядь, уровня, они же, сука, так 50-го и останутся. Так прикол, там что-то я читал тоже, прогресс принесут. Да, перенос прогресса, что-то как какой-то там геморный, прикинь. И что-то у тех, у кого эти персонажи остались, бета-тесты, у тех лаги, чё, какие-то глюки, там пиздец вообще. Ой, такого. Легче создать нового персонажа. Ну там видно. Ну не опять себя создавать, я ебанулся. Это ж далеко не сразу получилось. Ебать, тут танки ездят. Танки вошли в город. Хуй. Хуй нахуй. Интересно, а меня из клана уже выкинули в Destiny? Конечно. Скажет, будем тебе. Я год в игру не заходил. Ждать нуба какого-то. Я говорю, я год в игре не был, а так как я не самый слабый там был. Хотя, думаю, когда я закончил играть, думаю, самый слабый остался. Ты жив? Потому что я же перестал развиваться. Я думал, я тебя потерял. О, рисай меня штука. Я могу тебя лечить, но я не могу воскрешать. В смысле? А, ну ты ее нашел уже, да? Она не рисает тебя пока. Ну, хоть это пистолет появился. Страж. Только патрон нет. Свет исчез. Ты сейчас просто ходи, чуть-чуть быстрее станешь. Вроде нормально хожу. Ну, почти. Бегать ты не можешь. Ну, у меня остался, появился мой кулак. Мне этого достаточно. Убивает стражи без света. Нам нужно отсюда выбираться. Ну это ты боец стражи без света. Я засек аварийный сигнал. Какой нах свет? Ну, свет это как раз сила, которая вас всех резает. Жители планеты эвакуируют. Мы сами по себе. Я лично светом не резался в итоге, ну, когда раскачался. У меня был этот. Тьма. Ну, я забиндился на эту хуйню. Окрестности города. Тут мне вот что мне в Destiny не понравилось, кстати, вот ты вроде там все как бы три персонажа, да, но у них есть подклассы. То есть три класса, есть и у каждого класса есть три подкласса, и между ними можешь спокойно переключаться. То есть если тебе не нравится твоя прокачка,
Просто прикидываешь перки и все. В один клик причем. То есть я могу быть танком, могу быть и не танком? Ну я да, там скажу. Немножко в ДД уйти, немножко там. У них не было ни единого шанса. Ну, да это естественно, надо переключать вручную. Причем тебе не обязательно куда-то бежать ради этого, ты можешь прям в инвентаре сделать. Я не смогу тебя взять. Но класс открывается с уровнем. Нужна предельная осторожность. Пупукалку получше взял. Ты чё, животина? Поебалу, поебалу. Ей, ты поебалу. Так, у меня вроде хаттер. Вот эту всю хуйню уже прошел. Сейчас у пацаны я остатки работаю. Да, я уже сразу в социальной локации появлюсь, ну заебись. Хоть не с самого начала проходить. Ну и мне там титан еще надо будет тогда выкачать когда-нибудь, если вдруг еще будем играть. Тогда у меня будут все три класса. Поебалу животинки. Так ты сейчас кем будешь играть-то? Хантером. Ну я сначала зайду своим максимально прокачанным персом, просто показать его вам. Как он выглядит на уровне высоком. Ага, хвастайся, да? Хвасту. Да не, просто убойную мощь показать. Мощь. ПВП или зассал? Да я согласен. Ясен хуй. Сразу с двумя могу воевать. Да ты чё, не играл. Мой кулак тебя раз ушатает. Что, преследует нас? Конечно нет. Бля, тут куда? Преследуем его. Птица какая-то полетела, я хотел ее убить, она не убивается. За ней иди. Просто иди за ней. Да, и не сдохни. Желатель. Блин, был сейчас где-то в этом самом. В локации, где лето, теперь в локации, где зима. Бля, я сдох. Сука, ну что ж тебе непонятно было во фразе и желательно не сдохни. И чё? Два дика осталось. Ну и сейчас заново начнешь. Ну, не совсем заново, с контрольной точки. Ага. Напугал, я думал опять ползти. А куда бежать, я не понял что-то. Птица, да просто за ним. Так она улетела. Смотри, куда лети. Да, блядь, там коридорная локация. Нихуя там непонятного быть не может. Нихуя себе, я за скалы спрыгнул. Куда бежать, я не понял. Там припрыгнуть надо было. А, не, вот он тут это, направо надо было пойти. Во, все. О, 1.6 дига. Корабли летают. Нам тебя ловите. Бля, ну красиво смотрится. Ну да, игра красивая. Я говорю, как МРПГшка, она вообще охрененная. Вот такую бы сделали хуйню, как в этом. Еще с иксами скрестили бы, по планетам летать, там зачищать что-нибудь. Вообще, я бы купил бы сразу. Ну, вообще-то тут надо будет летать по планетам. Не, ну именно вот, знаешь, какая самая, как в иксах, на кораблях, на всех этих. А, ну не, я бы ее сразу призабил. Ну да. Вот мне чем понравился Dead Space, там вообще охуенно было. Вот мы с Кирюхой играли, когда приходили. Вот, тут там эти полетаешь по кораблю, зачищаешь его там все в скафандр, все как надо, вообще все подстроено. Четко. Нет, все подстроено. Нет, ну я имею в виду там здесь сделано. И еще из-за того, что такая вся этим монстры там зачищаешь их, охуеваешь. Прикольно, сам. Это все подстроено. Ну а тебе, блядь, зверюги. О, я, кстати, себе карт купил в Насик второй. Теперь я смогу рейд собрать. А какой это на сколько? Да я просто зеркало делаю из диска по 4 ДБ. Нихуя себе, да? Дима мажорит. Я вот думаю купить, не знаю, там по 8 или по сколько там, по-моему, я что-то видел такое. Да, два диска. Максимально 6. Максимальные десятки. Да, не, ну. Ну, из приемлемых. Десятки сколько? 20 стоит, по-моему. Ну вот те, что я беру по 4, они стоят по 9, по-моему. За штуку. Не, а то я видел, по-моему, бля, я не помню, сколько они стоили. Ну вот я 8 смотрел. Дима говорит, уже на столько старей железно купил. Ну да. Ну чё, она так и выходит на самом деле. Бля, ну они пиздец стоит. Пиздец, дорого все. Тут дело даже не в том, что я покупаю неразумно дорогое железо, а в том, что оно стоит столько. Бля, и куда идти, я не понял. Железо-то я покупаю просто хорошее. Пиздец, покупаю топовый процессор за 40 просто хорошее. Блять, он не летает! Ну, с расчетом на то, что нам надолго это будет. Я опять со скалы спрыгнул. Какой-нибудь Ryzen за 1600, там, за 10 тысяч, а у тебя просто в 4 раза, блять, дороже, он нахуй.
Ну я ж уже начал собирать таинтели, то есть мне уже куда деваться. Бля, я не понял, как туда там перепрыгивать. Тёма, ты перепрыгнул? Скай самого. Короче, перепрыгнул, аж прошёл этот момент. Блять, ты уже в социальной локации, да, Тём? А? Ты уже в социальной локации? А, ну вот, там будет, короче, сейчас я уже скоро игра докачается. А, он туда, я к тебе сейчас подойду просто с тем персом своим. Я не туда прыгал. Я наверх прыгал, а тут надо было бы вниз. А, я не знаю. Блять! Ебать! Я тебя найду, не боись. Я тебя найду и... Тут какая-то баба с квест мне подойти взять, типа. Ну да-да-да, там поначалу все так, очень линейно. Да, тут вообще вся игра линейная. А, нет, я буду в центре фонтана. Все правильно, так и надо было упасть. Дела и ну правда да. Плохи. А, бля, испугался. Это сигнал. Выдвигаемся. Все, игра запускается, запускается, разрешить. Бля, главное, что разрешение сразу воспринял. А вот можно ебло поменять, Дима? Кого? Ебло свое поменять потом. Нет. Люза нет? По-моему, нет. Черт. Хули на меня сразу вылетел. А ты кого создал? Да я мужика создал, но ему почесо не нравится. Наш лучший. А, это можно, по-моему, менять. Ну а ты? Летишь с нами? Это тебе пригодится. Ай, терминатор. Нет, терминатор. Пора заняться восстание делом, машин. Угу. Так, заводите моторы, впереди долгий перелет. А, ну да, блин, эскейп, это ж выход. Я по привычке жму постоянно эскейп. В смысле учетная запись заблокирована? Лалка. Ебать. Где Дима купил игру, его забанили? Ходил, хрен знает сколько. Триумф завершен. Отлично. Дима террорист. Видишь, странник. Видишь, чего я достиг. Я думаю, блокируйте. Позови меня светом. Ты серьезно, я в игре уже хрен знает сколько и не был, у меня внезапно вот типа, ваш учетная запись заблокирован. Чё, блядь? Может, тебя взломали и играли от твоего имени. Аля, это надо этот. Так она к батлнету привязана. Да, Дарт Вейдер, прикинь, какой-то. А, все, я понял, я новое соглашение принял. Суки. Вот так вот, Дима. А то там написано было, что тебя хуем по губам поводят. И сделают себе человеческую многоножку. Это не только моя победа. Все, разблокировали сразу, блядь. Твари, я испугался, думал, все пиздец. Купленная игра и... Страшны. Вот эти вот пацаны. И направлять ее в нужное русло. Они зовут ее Странник. А где это? Я уверен, что другие цивилизации дали бы ей более подходящее имя. Ее силу можно контролировать и использовать. Че, блядь? Мы с тобой это... Чё вы от меня хотите, пидоры? И все же они считают ее богом. Доминус. Но... Гоу. Мы с тобой положили всю жизнь на то, как думаешь, чё тебя хотят, пидоры? В баню встать? А если тогда в бане Дима будет тёлочки? Разрушенную жадностью и порочностью. У них нет страниц с Ваней. Все, я не так делал. Дима все мучит игру. Не, я в прошлый раз в баню ходил, только не в это, конечно, в другую. Бля, там такие были сочные киски. Там прям накачанные такие. Ну то, что накачанные, знаешь, прям это спортивные, прям такие все подтянутые, там охуеть. А что ты? Было на что посмотреть, я скажу тебе. А что ты не подкатил тебе? Ну, они были там. Кто-то с пацанами, там еще какие-то пацаны пустили. Там вообще народ дохуя был, там какой-то проходной двор, не понятно. Было на самом деле, но мне понравилось. Все равно. Надо было заявить свою там позицию там. Да, доминаторскую. Ну ясен хуй. Глашатай странника. Так что, Дима, за это отказывайся от бань. Да у меня сейчас денег нет лишних. Дима, не слушай. 150 рублей, час, че ты? Сейчас он тебе расскажет про тёлочек. На часик пойдёшь погрейся, погреешь свои яйки, свои шарики. Сблокировали? Нет. Приближаемся к европейской мёртвой зоне. Теперь наш дом здесь. Я не понял, за что вообще и смотри, какого хуя происходит? Узнаешь? Именно туда нам и надо. К той штуке?
Ее зовут Осколком Странника. Поиграли, блин, в Destiny. Но я зову ее местом, куда лучше не соваться. Вот так... Я в игру не заходил уже, хуй знает сколько. Последний раз, когда я играл, все было нормально. В итоге денег отдашь за игру, и все, и тебя забанят. С твоей же бабки покупайте, пацаны. Ну да. К успеху идете. А ты видел там Battlefield 5 вообще? Купить у нас игру, у нас три кампании, типа три миссии, ну, сюжетных, да, короче, и 8 карт, все, остальное мы потом вам выпустим. Да, нахуй, да. Вы пошли, блядь, с такой игрой. Отдайте за нее full прайс, да, короче, ну, конечно, блядь, ага. Подождем халявы, ну, мы не спешим, игр просто сейчас дохуя, просто дохуя, играть некуда. Просто, да. Так что... Мне, блядь... Не знаю, во что играть, короче. Да, так что вообще не горит. Так, ну и как подключиться? Давайте, рассказывайте. Не знаю, я ем. Я пытаюсь понять, за что забанен. Тихо, подожди, я разберусь сейчас, как мне вернуться в игру теперь. Не, ну слушай, картинка вообще просто... Классно смотрится игра, на самом деле, очень. Давай за дело. Сейчас я попробую подключиться. Открыть консоль навигации. Дело того стоит. Чё? Я говорю, как там у Кирюхи дела? Да нормально. Че? Все твоё... еще хуесос? Дела, как обычно. Так, ферма. Я тебя, Тёма, вижу, только не знаю, как подключиться. Друзья в сети. Дима Кирюху хейтит, пиздец. Хочешь поговорить о делах клана? Ну так есть лошара. Пригласить боевую группу. Да за что заблокирован-то? Вы напишите. Нам нужно было устроить сходку плана. Ой, идет подключение к вашей группе. И... Нет. Ой, пидоры. Присоединиться игрок Викс. А как? И что, блядь, не нажать? А, присоединился игрок Викс. Я к тебе присоединился. Ой, я на корабле лечу на каком-то. Где этот игрок Викс? Сейчас я это самое, портай. Лечу это в космос. Вхожу в стетосферу, пацаны. На каком-то раздриге, прикинь, корабль вообще-то какой ржавый. Это типа загрузка так идет, что ли? О! Я полетел. Вижу Тёму. Дай-ка посмотрю. Оп! Ай, ебать ты, блядь! Я Узумаки Наруто. Знаешь, да какой-то замок, ты как, блядь, Элвис Пресли, только, блядь. Да, ну по часу, я тебе говорю, по часу не нравится, какой-нибудь другой по часу надо выбрать. Так, открыть хранилище, что-то есть. Шлюхи есть? Вообще, почему у меня ничего в хранилище нет? 500 предметов всего лишь можно положить. Это то же самое? Ну и зачем их? Я стал роботом, блядь. Я заебался быть человеком, теперь буду роботом. Буду всем пизды давать, и все. Какой-то боб. Поиск. Да, Дарби. Робот Дарби. Открыть персонажа. О, нихуя себе. А у меня шлем, оказывается, есть. А, нету шлема. Я напиздел. А как капюшон, надеюсь? Да, вот я тоже думаю. Персонаж, триумфы какие-то, коллекция, клан, предметы. Ничего нет вообще. Я вообще бомж. Робот, чё ты ничего не продаёшь? Почтермейстер. А, это почтермейстер. Пацаны, где у вас оружие можно купить? Слышь, робот. Ты меня не беси, робот, мать твою. Где оружие купить? Можно. Не хочет робот со мной общаться. Угу. Это тоже не хочет. Какие-то куры бегают, я хуею. Они, прикинь, на какую планету кур завезли. Причём долбоёбы. Да, вообще пиздец. Ромичу написал. Тут какая-то черная женщина в черном и вся черная. И это не расизм, она реально черная вся. Мне даже две цветов нету. Бля, где купить это ствол? Я не знаю, что-нибудь есть в магазине? Магазин. Нихуя себе, тут армия клонов. Он был забавный, да? Напомнил мне про тот случай с тобой и Вороном. Кто нам был забан? В смысле, блядь, не предусмотрен разбан? Ебать, Диму забанили. Ни за что. В смысле не предусмотрен? Плачьте. Я буду кик-код писать, охуели совсем. Я, блядь, в игру не заходил, меня забанили. А из-за чего? Да не написано!
Написано вообще ничего. Написано, типа, не так быстро, ты забанен. Подробнее на странице бан написано, типа, короче, забанить можем вот за то-то. Вот, вот так вот поиграй. Дима просто игру хуесосил. А они все подслушивают? Да. Да я тебе говорю, нас все слышат вообще. Как его? Этот пидор нашу игру хуесосил. Ваша учетная, эта учетная запись заблокирована. Чтобы узнать больше, зайдите на banji.net.ban. Захожу на banji.net.ban, и там написано просто правило. Ну, там тебе должны были номер написать правил, которые ты нету! Нашел. Я бы с игру делал, сделал бы точно так же. Нехуй, блять. Да. Сурая. Моя бы игра провалилась. Да, все. А это с ними происходит. Вот я даже скриншот в этот скину, в Discord. Да, давай я на воротах постою. Оп, бля, ебать, ты забил. А где мячик? Вон, за тебя мяч. Давай еще раз. Давай, вратар готов пользоваться кулаком. Ну, давай. Папочка ловит. Опа! И где он? Вон он мяч. Чи, блядь. Чи, блядь. На тебе мяч. Ебать, мяч-то улетел с завод. Развернитесь, блядь, ебать, ты что заебашь, ты еще, дай бог, забанят, блядь. А вон мяч. Не говори, уже посрать нельзя сходить, в туалет тебя забанят. Оп. Как его сильно пнуть? Да хуй знает. Он просто пинается сам по себе. Оп. Блядь, нет. Ты сам себя захуярил. Нет, ты захуярил, я добил. Оп. Покажем Диму хуйню, если дадим. Ну я в саппорт пишу уже. Игра стоит своих денег. Оп. Да, прям вообще. Куда мяч? Примерно время ждания 24 часа. Охуеть. Мы тебя забаним. Такие дауны сидят там, блядь, как хуй знает. Оп. Сейчас хуя меня забанит. Сейчас запиздимся, покинь, потом заходим. И такие, пацаны, вы тоже забанят. Все, а меня разбанят. Ебать, я знаю, что я скажу, ну идите нахуй, блядь, давно. Да я ему одолжение делал, что играю в эту дрочь. Да, скажи спасибо, что вообще бесплатно играю. А то вообще нахуй не будем заходить. Твое время трачу, драгоценное. Не заходили несколько лет и не будем заходить. Я год не играл, у меня было заебись, я решил с вами поиграть, и вот, блядь. А Дима просто довоёбывался, говорит, я у меня крутой персонаж. Ладно, пойдём по дороге, Саня заебал. Блядь. Ну, пойдём. Пока квест выполняйте, нет, чё, у меня там... А как, что нам, блядь, пойдём. О, нихуя нельзя сюда идти, покинь. Разве? Ну да, я знаю. Пойдём. У вас подсвечиваются же, где квесты брать. Ну пойдём, вон там какая-то тётка светится. Ага. Блядь, я думал, я утону. Вот за что меня забанили? Скура, блядь, выдай нам квест быстро. О, я рада, что и ты что, блядь, она? Что она хочет? Я Тира. Власть. Тира Карл. Мечтатила. Мечтатила. Извини, мы знакомы? Метка мечтатила. Я утратила связь со светом. Я ее купил за 2000. И это сбил меня. Я не понимаю, что она хочет. А, вон появилась эта хуета. Вот плащ мечтатель. А как плащ одеть? Ну вот на него навоз, он одевается. А, то есть я одел или я не одел? Эти персонажа.